Крупное ДТП в Воронежской области. На трассе Дон перевернулся пассажирский автобус. Погибли 4 человека, 14 получили травмы. По предварительным данным, водитель не справился с управлением на скользкой дороге. В районе аварии прошел ледяной дождь. Сообщается, что автобус следовал регулярным рейсом по маршруту Москва-Донецк. Он имеет украинскую регистрацию и номерные знаки.